Уже на ближайших заседаниях Верховной Рады депутаты могут рассмотреть законопроект об отмене моратория на продажу земли. Этого требует от Украины МВФ. Оппозиционный блок категорически против, заявил лидер фракции Юрий Бойко. Сегодня он встретился с аграриями Николаевской области. Фермеры также высказали свои опасения. Дескать, если землей начнут торговать крупные игроки, то средние и мелкие предприниматели вынуждены будут уйти с рынка. А это значит сокращение рабочих мест и убытки для местных бюджетов. Бойко провел параллель между отменой моратория и прошлогодним решением власти о переводе всех фермеров на общую систему налогообложения. В результате налоги для мелких аграриев выросли в несколько раз. В сегодняшней ситуации, когда обесценилась национальная валюта, когда могут прийти крупные агрохолдинги и просто скупить паи, то люди просто лишатся работы, а если фермер лишается работы, а их 100 тысяч по стране, то сразу умирают села, где они живут, поскольку фермеры дают рабочие места. Крупные агрохолдинги рабочие места в стране не дают. Поэтому мы категорически против сегодняшней ситуации открывать рынок земли в условиях обесценивания национальной валюты.